Всем доброго времени суток, друзья. Зашел я, значит, в игру, и тут меня встречает такая рулетка. Новый Кило 141, песня демона, против мифический портал в загробный мир. Так, давайте откроем мифический портал. Смотреть трейлер не будем, его уже все, да, наверное, давно видели. Приступим сразу к открытию. Вот такая Кила нас встречает. Не знаю, больше похоже на какой-то скин из Фортнайта или из Free Fire. И вот такой персонаж, да, мой авторитет. Второстепенные награды, что меня, не скажу, что больше всего порадовало, но одно из таких событий, что меня порадовало, это вот эта раллиная машина. Скин на эту раллиную машину. На скором времени этот скины на эту машину будут в каждой рулетке, я думаю. И вот такой коктейль Молотова. Это эпический или легендарный, не знаю, но он смотрится очень круто. Я ранее просто не смотрел сливы этой рулетки. Могу ошибиться где-то. И у меня впервые, что рулетка вот именно в такой вариации. Ранее были стандартные, как и все. Вот такой крутой скин на DLQ. Ну, это круто. Что самое удивительное, в колде бывает иногда так, что некоторые легендарные ганы не дотягивают и до эпиков. А порой эпики даже превосходят легендарные скины. Вот этот эпик скин мне очень нравится. Прям очень круто сделано. Катана. Давно не было катан в игре, кстати. В рулетках. Давайте открывать. Будем испытывать свою удачу и забираем вот такой брелок. В целом неплохой, прикольный. Но вряд ли кто-то цепляет брелки на ганы сейчас в игре. И визитка, да? Мировой пожар. Крутим дальше, 8CP. Выпадет парашют. Нет. Как раз таки выпал коктейль Молотова. Пламя души. Ну, тоже очень такой футуристичный скин. Забираем коктейль и заберем свой парашют. Странно, выпадает эмоция. Крайне непонятная эмоция, конечно. Очень странная эмоция. Могли бы в мифическую рулетку засунуть что-нибудь поинтереснее. И забираем парашют. Хор обреченных. Вот. Скин. Машины ралли. Хор обреченных. Мне нравится на самом деле. Смотрится круто. И DLQ заберем или катану. И забираем катану. Без чего-либо лишнего. Вот такая катана. Прикольно. И теперь DLQ, мне кажется. Или персонаж. Все-таки DLQ. Как я уже отметил, этот эпик скин мне очень сильно нравится. Хорошее приобретение.
Забираем персонажа, потом заберем ган. Да. Дама авторитет, дама вернулась на этот раз вооруженная преступная империя и силой демона. Ну, такая опасная леди у нас, опасная дама. И давайте заберем кило. 4000 CP, да. И вот она, появись. Странный, конечно, экран получения. Ну, посмотрите. Как будто какой-то Free Fire или Fortnite. Это не значит, что это плохо, наоборот, это очень так круто смотрится на самом деле. Что-то, не знаю, как будто действительно что-то плавили, что-то делали, какой-то магией собирали этот ган. Очень крутой ган на самом деле. Прокачивать его я пока что не буду, так как у меня нету CP на аккаунте. В дальнейшем, возможно, мы будем его прокачивать и смотреть, как он будет меняться.